Ежегодно 1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей. Это отличный повод проявить заботу и уважение к старшему поколению. Мы узнали у минчан, в чем важность этого дня и что самое главное для пожилых людей. Бабушка любимая, поздравляем тебя с праздником! Я думаю, просто не только в этот день нужно думать о пожилых людях. Хорошо будет, если мы каждый день будем о них вспоминать. Мы очень хотим, чтобы нас окружали близкие, чтобы больше внимания нам было. Чтобы помнили, во-первых, о своих родителях, чтобы не забывали их, звонили почаще. Чтобы больше обращали внимание на пожилых людей, заботились о них. Ну, это золотой запас общества. Это люди, которые впитали в себя историю страны, историю своего рода, народа. Люди усталому зросте шмат чаго зрабили для краины, для Беларуси. У разных галинах вытворчасці, мастацтва. И трэба об этом памятать. Это ж наша история. Забывают стариков, забывают общаться там с родителями, то есть не звонят. А так хотя бы будет дополнительный день, когда можно будет уделить внимание на официальном уровне. Потому что у нас много пожилых людей. И это важно, их обязательно беречь, помогать им. Самое главное, это чтобы они не оставались одни, чтобы они чувствовали поддержку своей семьи. Если надо моей, например, бабушке съездить куда-то там к врачу, то я обязательно с ней вместе. Чем больше у них здоровья, тем больше они радуются жизни. Ну и мы, конечно. Окружить их теплом и заботой, любовью. И чаще в семье вспоминать. Коли будет здоровье, коли будет интерес до життя, ну все будет добро. Бабушка, я поздравляю тебя с Днем пожилых людей. Будь еще долго здорова и радуй нас. Бабушка, здоровья тебе!